Гомельшчыне працягваецца правядзенне грамадскіх прыёмных. Іх мэта – аказанне дапамогі людзям у вырашэнні іх праблем, а таксама азнаямленне з прапановамі жыхароў вобласці па правядзенні канстытуцыйнай рэформы. Аб чым ішла размова на чарговым прыёме, ведаюць нашы карэспандэнты. Режим работы громадской приемной предугледжвае и проведение прямой телефонной линии, и особистого приема керовниками разного узроўню. По уторках и четвергах с 16 до 18 годин можно выказать свои думки. У телефонной размове ти самому провести у аблвыканкам. Усе звороты обовязково фиксуются на паперы и будут деталёво проанализованы. Гамельчанин Юрий Казиатка пропануе предугледзець у Конституции махчимость прямых выборов керовников регионов. Республика Беларусь должна быть республика президентской. Второе. Президента должен выбирать Верховный Совет. Сенаторы там какие? Губернаторы. Сенаторов, губернаторов должен избирать по областям народ. Конкретная пропанова есть и у еще одного гамельчанина. Виктор Шавели лічыць мэтазгодным не дозволять политическим партиям и громадским организациям принимать удел у выборах непосредственно. Списы кандидатов повинны складаться не в офисах, а у працовных коллективах, где працуют потенциальные депутаты. Чтобы в Конституцию было внесено, что члены партий, политических партий, общественных организаций могут быть выдвинуты кандидатами в органы власти только через трудовой коллектив, в котором они работают, а не по списку. То есть, чтобы меня выдвинуть, понимаете, мне надо через ветеранов, там, получается, или там через трудовой коллектив, вот я не работаю нигде, значит, через Союз, к примеру, ветеранов. Или собрать там какие-то подписи. А у него привилегии, он сидит в офисе там, решил Ивана или Петра по списку обсудили там, и он пошел. На протягу двух годин работы громадской приемной старшиня областного комитета по праце, занятости и социальной обороне Петр Шуцько выслуховывая пропановы об необходимости больше активного притягнения высокопрофессийных юристов и экономистов до распрацовки документов у органах улады. Плюс больше жорсткое регулирование цен у крамах, повеличение пенсии инвалидам. Особное пытание тычется выкористания державной и религийной символики у громадских местах. Такая форма работы традиционной существует в облисполкоме, и чем она хороша, то что непосредственно от человека можно услышать его проблему, постараться ее решить. Ну а если оперативно не получается, то может быть и путем внесения каких-то изменений в законодательство, совершенствованию, все равно прийти к конечному результату и снять проблемный вопрос. Олег Сенцюров, Миколай Скинсиян, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».